Жители села Мостах Кабяйского улуса полностью отказались от продажи алкоголя. Инициативу наследственного совета муниципалитета поддержали парламентарии республики. Сегодня на 15-м очередном пленарном заседании депутаты приняли проект закона о запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Мостах Кабяйского улуса. При поддержке группы депутатов этот проект закона принят не только в первом чтении, но и сразу во втором и третьем чтениях. Отметим, что данную инициативу руководство и общественность Мостаха разрабатывали с 2009 года. В феврале этого года проект был внесен в Ил-Тумен. Отметим, что в эти дни такой же проект закона проводят общественники села Куокуй Кабяйского улуса. Работали ради детей, ради будущего, чтобы здоровый образ жизни был в нашем наследии. Вот с 1 января у нас продажи алкогольной продукции в поселке уже нету, так как стационарного объекта продажи нету, как бы. Они не сделали, как будто. У нас в поселке занимается продажей алкогольной продукции два предприятия. Контролировать будем всем миром. Это общественная организация будет, администрация будет, и потом полиция же есть. И она же, естественно, по своей работе будет контролировать, будет ходить, кто как будет, если точки будут, то сразу мы будем на это реагировать.